кто-то там кувыркается, кто-то делает стойку. Вот разойдитесь так, я не знаю, шахматный порядок, чтобы не мешать друг другу. Я вот так сяду, типа вы моя команда. Я считаю просто до трех, и вы делаете, фиксируете. Они, смотрите, каждый... Определитесь, кто что будет делать, кто сальтуху, кто стойку, кто на спину. Да, на, вот синхрон просто на счет три. Это как бы такая точка. А, давайте. Раз, два, три. Я скажу, Константин, надо меня вице-президентом брать. Друзья, спасибо. Ребят, спасибо.